В Министерстве образования недосчитались более 8 миллиардов тенге. Неэффективное использование бюджетных средств выявила проверка Генеральной прокуратуры. Деньги были выделены Минобразованию на строительство межрегиональных центров по подготовке кадров. За 3 года таких по стране должны были возвести 4. Бюджету они обошлись почти в 11,5 миллиардов тенге. Однако из запланированных объектов построен и введен в эксплуатацию только один – Ватырау. О проблемах, возникших в строительстве центров в Шымкенте, Кибастузе и Усть-Каменогорске, прокуроры заявляли еще в прошлом году. Именно из-за хищений при возведении объекта в областном центре Восточного Казахстана финансовая полиция возбудила уголовное дело против бывшего вице-министра образования и науки Саята Шаихметова. В настоящее время материалы проверок Генеральная прокуратура направила в Финпол. Не исключено, что для Министерства образования это обернется еще одним коррупционным скандалом. Очередная трудовая забастовка в Караганды.